Директор некоммерческой организации Ольга Трофимова презентует свой проект. Она предлагает объединить всех волонтеров в Академию организаторов добровольческого движения, где они смогут общаться, проходить обучение и проводить совместные акции. Несмотря на пандемию, работа по добровольчеству все равно продолжается. Никто не останавливал добровольческую деятельность по оказанию помощи приютам, детским домам и другие акции. Конкурс социальных проектов по развитию добровольчества проходит по проекту «Социальная активность» нацпроекта «Образование». На него подано 19 заявок. Проекты прошли техническую экспертизу и заочный этап. По результатам отбора в очный этап прошли 15 проектов. Мы очень предметно сейчас обсуждаем с авторами проектов конкурсной комиссии. Это возможность реализации этих проектов в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, потому что мы прекрасно понимаем, что ситуация санитарно-эпидемиологическая сложная, но при этом жизнь не останавливается, и мы будем стараться поддерживать те проекты, которые актуальны именно сейчас и направлены на в том числе решение тех вопросов, которые сейчас актуальны. Мы здесь встречаемся и с развитием медицинского волонтерства, и с развитием патриотического волонтерства, то есть вопросы краеведения поднимаются, развитие внутреннего туризма. Самое главное, что руководители проектов понимают, как это реализуется в сжатые сроки и какое развитие у проектов будет. Победители конкурса получат финансовую поддержку. Общий призовой фонд – 1,5 миллиона рублей. Максимальный размер гранта для одной организации составляет 200 тысяч. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.